Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы начинаем играть в Punch Club. И поехали без лишних слов сразу к действию. Так, имя персонажа, естественно, Турбо. И окей, поехали. Поехали, ребятки. Так, нам показывают ролик. Когда-нибудь вы превзойдете меня. Ваш внутренний потенциал безграничен. Берегите свои амулеты, они помогут вам раскрыть свой потенциал. Кажется, мама зовет нас обедать. Не будем заставлять ее ждать. Топовая озвучка от Банального ТВ, ребятки. А я знаю, что ты бы меня не послушал. У нас нет другого выхода. А, бля. Не плачь, сынок. Ты должен быть сильным. Сильнее меня. Пообещай мне, что будешь тренироваться. Когда настанет время, ты должен быть готов. А ну что, малыш, походу ты теперь совсем один. А я уже давно совсем один. А думаю, вместе нам будет лучше. Будем приглядывать друг за другом. Идет? Да! Так, ребяточки, вот началась игра. Нам звонит телефон. Алло. Все еще дрыхнешь? Поднимай свою ленивую задницу с дивана и иди на работу. Как тебе такой план? Конечно, Фрэнк, ты прав. Отлично, я оставил газету на столе, поищи там объявление о работе. Увидимся. Никакой работы, пока я не потренируюсь и не позавтракаю. Ну, естественно. Турникмен Эдишн, ёптыть. Погнали. Смотрите, тут такая же кошечка, как в видеоблогер-стори есть тоже, да. Надо бы поотжиматься. Не, ну раз надо, раз ты так настаиваешь на этом, мы этим и займемся. Отлично. Качаются наши... немножечко наши... характеристики качаются. Я в эту игрушечку играл... Ну, год... Ну, не год назад, где-то полгода назад в пираточку. Поэтому я, в принципе, это было давно. Тут еще плюс каким-то DLC или в этом роде что-то. Поэтому для меня это, грубо говоря, как в новинку. Я думаю, надеюсь, что вам тоже эта игрушка понравится в моем прохождении. Так, похавать надо. Давайте съедим кусок замороженной пиццы. Хорошо, теперь я готов к работе. Надо посмотреть, что там в газете. Мысли нашего главного персонажа. Не лучшая работа, но сойдет. Так, город, и идем на стройку. Давайте пешком. Все-таки мы не богатые. О, какие-то бомжи. Мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл. Ага. Так, убежать. Давайте лучше убежим. Ты был не слишком быстро, не смог убежать. Придется драться. Понятно. Подсказка. Так, ладно, интересно. Активное умение. Кулачок. И блок. Все, да, больше у нас ничего нет. Ну и погнали. Меня сейчас, конечно, отмудохает этот жирный бородатый ублюдок. Но по-другому здесь никак. На в ебасоску. На еще раз. На ух, смотрите, комбо-вомбо, блядь, три. Что-то он мне поддается. Хотя нет, я, по-моему, получил битый по хребту. Опа, уклонились. Получай. Ух, твою мать. Ох, аккуратно, битый, главное, чтобы не попало, а то это реально больно. Было дело, да. Получал. Смотрите, там какой-то енот. Хороший. Котик смотрит. Тут, кстати, много пасхалок, просто их дохранище здесь. Блин, давай же отмудохай меня поскорей. Да я пойду дальше. Капец, шел себе на работу спокойно, да, в какой-то веке. О, все, меня тут в ебасоску прилетело, что я сразу отрубился просто мгновенно, грубо говоря. Мне нужно больше тренироваться. Да ладно. Цель достигнута. Я видел, как ты дрался. Это было неплохо. Ты видел мой правый хук? Обычное благодарство сильные ноги. Так, давайте, я хочу, чтобы ногами хреначить там, потому что надо, да, выбрать. Я в тот раз выбрал руками, но мне больше нравится ногами. Никогда не понимал, зачем нужны лифты. Все приемы с использованием ног эффективнее. Приведи себя в порядок и приходи ко мне в офис, есть разговор. И еще, будет здорово, если ты зайдешь в магазин Капу. Или Капу, и напомнишь ему, что он так и не доставил мне мясо. Окей. Так, я так до работы-то, в принципе, не дошел. Давайте все-таки поработаем чуть. Пешком. 50 бачей. 50 бачей, в принципе, неплохо. Как я там? Сверлю, не сверлю, это отбойный молоток. Я не знаю, что, камень добываю, ёптать. Так,
пойдем отсюда. Пойдемте теперь к офису Мика. Ты встретил Мика, он знает многое о боях. Ты чувствуешь какую-то связь между вами? Какая-то гейская связь. Привет. Как я и говорил, у тебя есть потенциал. Я могу сделать из тебя настоящего чемпиона. Это длинный путь, и ты должен сделать первый шаг самостоятельно. В тренажерном зале моего друга проводится чемпионат для новичков. Выиграй его, и я тебя потренирую. Зайди в зал к Сильверу. Там ты сможешь потренироваться в полном объеме. Встретиться с Сильвером, ёптать. С Джейм Лайтманом. Джей, если ты это смотришь, пошел нахуй. Ну, по-дружески, ты понимаешь меня. Да. Так, поделись со мной, мудрый. Так, не хочу. Не надо. Не хочу. Ладно, делись. Большинство людей не выглядят глупыми, пока не заговорят. Прям как комментарий, ёптать, из видеоблогер истории. Так, ладно, погнали отсюда. Тренажерный зал. Нет, подождите, давайте-ка мы зайдем вот сюда, вот. Продуктовый магазик. Нам тут что-то АПУ надо было сказать. Напомню про доставку Мика. Привет, Мик просил передать, что так и не получил свой заказ. Я разберусь с этим. Ну, разберешься и молодец. Так, пойдемте теперь в зал. Привет, Мик сказал, что я могу тренироваться в твоем зале. Большой Мик. Мне казалось, что он отошел от бокса. Меня зовут Сильвер. Да, ты можешь потренироваться здесь, почему бы и нет. Мик должен был рассказать тебе о Лиге Новичков. Попробуй свои силы в ней. Пятое место в Лиге надо занять. Похоже, ты умеешь драться. Не хочешь поспарринговать со мной? Конечно, почему бы и нет. Ух, ебанись, он же меня сейчас тоже вырубит. Он вот ногами хуярит туда-сюда. Я пока ничего не умею, понятно. Погнали. Файт. Раунд 1. Файт. Это как, понимаете, на меня? Mortal Kombat. Как вам этот божественный саундтрек от банального ТВ? Так, ну в принципе, все херово. Ну, я надеюсь, что он меня не вырубит. Я ему вообще, по-моему, урона не наношу, он какой-то бессмертный. Ну, вообще-то так-то он в шлеме, так что удары в хлебало ему практически ничего не приносят, если так подумать. Так-то нечестно, нечестно. Ой, извините. Не третий раунд. Файт, блять. Музычка кайфовая такая. Игрушка тоже такая приятная. Приятная графика. В ретро стиле. Как Brave Force всегда всеми нами любимый. Ну, не очень, наверное, любимый, конечно. Ну, не важно. Так, ну все, нормально. Проиграл, но... Ну, не умер. Что? Не может не радовать. Неплохо, но тебе не помешало бы еще поработать над собой. Ты можешь тренироваться в моем зале, конечно, не бесплатно. Но так как ты знаешь Мика, я сделаю тебе скидку. 5 уровня в одной из своих характеристик. У тебя есть возможность записаться на бой в лиге. Когда появляется такая возможность, на кнопке лиг появляется желтый восклицательный знак. Блин, этот чувак, который был в Windows XP, да? Помощник такой. Ну тот, что-то он какой-то куриный. Так, записаться. Давайте запишемся. Пойдемте потренируемся немножко. 10 баксов, ёпта. Сиськи. Так, нам нужна, я думаю, ловкость. Я не знаю, я что-то вот такой чувак, я сам худой, понимаете, и мне как-то ловкость больше нравится. Качать вообще везде. То есть, как бы, по себе типа сужу, ну, у меня, понимаете. Конец дня, так пошел нахер. Жрать хочет ублюдок. Давайте похаваем, купим здесь, наверное, дорого, конечно. Шоколадка, так. Протеиновый батончик. Нормально. Давайте побегаем еще с телочками рядом. Цыпочки, у вас такие классные попочки. Не, ну здесь больше, конечно, выносливость качается. Так, вот здесь вроде тоже ловкость качается. Давай. Сейчас он захочет хавать, в принципе, можно будет поехать домой. Жрать хочу, говорит. Так, можно прямо вот так? Стой. Погнали домой, надо поспать. Пожрать. И все в этом деле. Все в этом духе. И киса. И сейчас надо будет съездить. Купить, пожрать. Так, ладно, я думаю, хватит. Давайте кошку погладим. Ой, у тебя моя маленькая. Хорошая моя. Хорошая. Так, и погнали тогда. Продуктовый магазин. Пешком.
Там, кстати, это, по-моему, Боб и Молчаливый Джей. Точнее, Джей и Молчаливый Боб. Или, ну, вы меня понимаете. Кусок мяса надо купить. Пиццу, энергетик, газировку. Все купим, так нихуя не останется. Поехали теперь к Мику. Здорово, Микки Маус. Ну, спасибо. Так, понятно, здесь больше ничего нельзя. Видимо, нам надо доебать тебя в рот. Что бы ты ни делал, у тебя должна быть на это веская причина. Прям цитатник. Так, что у нас здесь есть? Характеристики, перки. Ничего интересного. Так, работа. Пойдемте поработаем немножко. И пойдем опять в тренажерку, так сказать, качать свои мускулы. Мышцы. Мускулистые мышцы. Уже день закончится. Тут, да, кстати, все не так уж просто. То есть, если каждый день у тебя немножечко характеристики падают, так что если ты что-то не качаешь, то у тебя характеристики вниз будут идти. Так, подождите, мне надо... Не, давайте немножко потренируемся, а потом пойдем на бой. Так что, мой с твоей губой. Хочу прокачать ловкость все-таки. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так, давай вот этому... маленькую грушу потолбищем. Сейчас второй уровень здесь наберем ловкости. Вот, отлично, все, теперь можно пойти в принципе подраться. Кто там у нас? У него 1-1-1, у меня 1-2-1, а так мы, в принципе, у нас все одинаково, так что я надеюсь, что мы его ухреначим. И если я что-то делаю неправильно, и вы мне хотите что-то подсказать, естественно, делайте это в комментариях, друзья. Мне будет очень приятно ваша помощь, я с удовольствием ею воспользуюсь. И, естественно, не забудьте поставить лайсик. Большой палец вверх. Лайкосик. Так, ну что, мы пока, в принципе, побеждаем. Так, что это? Понятно, у нас здесь ничего нету, да, еще? Потому что мы ничего не прокачали пока что. Так, ну хорошо, мы ему в хлебало бьем. 10 раундов надо придержаться. Такие звуки, такие. Не, мне не повторить. 3. О, уклонились. Хук с левой. Хук с правой, хук с правой. Хук с левой, хук с левой, хук с правой. Это ж хук. Или это не хук, неважно. Так, ну, я знаю, что апперкот это когда типа снизу, да, хреначишь. Хук, ну хук, да, это, по-моему, прямой удар. Могу, конечно, ошибаться, ребятки, я, по-моему, я ни в чем не разбираюсь, да. То есть в колхоз-тюнге, в машинах не разбираюсь, здесь я не разбираюсь, в ударах. Ну просто, блин, просто по-пацански набил ебало, и все. Не надо никакие там хук, там, апперкот, хуйня в рот, там, все вот этого не надо. Мы, кстати, не сильно его выиграем. Блин, это хреново. Чувачок, давай-ка ты его... Не, ладно, все-таки блок нужен. Давай-ка мы его все-таки ушатаем. Я сказал, мы его, ёптать. Блин. Мы сравнили уже. Прямо эпичнейшая битва. За меня знаете, кто из этих людей болеет? Никто. Стоуни, это типа Рокки, да? Блин, ребятки, что-то меня начинает ушатывать этот чувак. Этот мулат с прической такой. Жалко, здесь, кстати, нельзя своего персонажа кастомизировать. Было бы интересно. О, хорошо. 4 удара подряд в хлебало пролетели. Давай, братишка. 1. Хорош. Давай, еще чуть-чуть его осталось, надо ушатать. Ну, не так. Хорошо. Хорошо. Вообще отлично. Нет, хуёво. Да попади ты ему уже.